Сегодня мы снимаем финальную съемку моего курса по модной фотографии при помощи курса по стайлингу. Мы планируем, собственно, совместить усилия этих двух групп и сделать что-то красивое и замечательное. Мы вместе разработали референсы, концепцию. Думаю, будет все очень круто. Посмотрим в результате. Но я очень верю во всех наших студентов. Сегодня такой нестандартный формат практического задания. Сегодня совместная лекция с курсом фэшн-фотографии и фэшн-стайлинга. Вот, фэшн-фотографию ведет Денис Маноха, а я фэшн-стайлинг. Наши студенты общими усилиями будут делать маленький фэшн-эдиториал. Мои студенты будут подбирать луки, а студенты Дениса будут эти луки снимать. Всегда интересен практический опыт и какие-то маленькие штучечки, которые ты можешь узнать только когда находишься непосредственно в процессе, поэтому я считаю, что для наших студентов это сейчас самый большой опыт, потому что все остальное они будут нарабатывать на практике. Ну и для меня на каких-то похожих мероприятиях было бы тоже важно узнать какие-то маленькие инсайдерские штучечки, которые можно, собственно, вынести только или находясь, или работая где-то, или общаясь с людьми, которые это делают и делают лучше, чем ты. Курсы фотографии будут изучать ретушь, отретушируют это все, и вы сможете увидеть результат в интернете. Киев Фэшн Институт.